Значит, женщина, пожилая еврейка, приходит к раввину и говорит: «Ребе, полгода тому назад Хаим уехал, мой муж. Все, нет его до сих пор». Он говорит: «Ну хорошо, я сейчас пойду у раввина, спрошу совета». Возвращается, говорит: «Ну, Ребе сказал, что он в конце концов появится. Я вам говорю, что он не приедет». Она ушла. Через месяц приходит то же самое, говорит: «Спроси у Ребе, слушай, ну нет, уже прошло, год прошел, нет его до сих пор». Он уходит, возвращается от Ребе, говорит: «Ребе сказал, что он через месяц вернется. Но я вам говорю, что он не вернется». Проходит еще полгода, та же самая картина. Ребе говорит: «Вот, он скоро вернется». А служка говорит: «Мадам, он к вам не вернется». Она говорит: «Послушайте, что такое? Ребе говорит одно, что он вернется, а вы говорите другое. Так Ребе же вас не видел».